Ебать, Скали Милана, это реально ты? Ебать, ты подкован реально в этой хуйне? Скали Милана, охуеть, это реально ты? Ты меня заебала, не ври этим людям, я не пихал хуй тебя. У меня кореш неделю был в КПЗ, вышел уже на колок купола. Дал поебалу типу, да он выжил, но похуй, он больше не может моргать. Помню, включал твои треки и даже куплеты у Арни попичет тебя. У меня девушка пролила мой кодеин, я попал пули ей прямо в ногу. Я ебанутый, открыл аварийный вход в аэрофлоте во время полета. И мои братики рядом, даже когда я ебал тёлку, я включил майота. Да, я хороший парень, на самом деле это мой калашников полный уёбок. Чувствую пиздёж. Бро, я не зожник, я этому противоположен, получается я жёст. Я выбил твой новый трек, потому что мне так интересно, о чём ты там врёшь. Я не убил его только по одной причине, у него есть маленькая дочь. Оторвал у друга родинку, я хотел её скурить, думал это гашиш. У меня мама была дома, я ебал тёлку и говорил ей быть потише. Хоть я будь 2 метра ростом, один хуй на этом пути, я тебя не увижу. У меня братик отъебал мою тёлку, он мне важней, на него не обижен. Дую шары уже 2 дня подряд, я так отупел, подарите мне книгу. Я попал пулю типу прямо в ногу, теперь он не ходит, как будто Рэм-Дига. Я на компе получаю купюры, не хочу обидеть, друг ты драг-дилла. И моя тёлка мне говорит, у меня маленький хуй, она купила дилда. Хочешь меня поломать, у тебя больше шансов сломать бэдрок в Майнкрафте. Помню тот день, когда я в январе вкинул 9 таблеток, проснулся в марте. Очень люблю мою девушку, я воровал для неё кредитные карты. Помню, как у меня дома не было кровати, поэтому ебал её в парке. У меня братика приняли за незаконное хранение оружия, он сейчас купил лук. Я отвечаю, я скамил ногами, бы если бы у меня не было рук. Я не хотел убить его руками, поэтому кинул домой ему ртуть.